Так, доброе утро, дорогие мои. Сегодня очередной раз будем радовать ребят из Сибири. Сегодня опять для Райки, для Олега поймаю пискунов. Ну, то, что говорят для Арайки, это не только для Арайки. Арайки еще там другим ребятам раздают. Арайки как фильтрационный лагерь получается у нас. Сейчас там опять же штук 20 поймаем. Так, ну сначала хочу для Олега как бы снимать, как их буду отправлять. Да, с утра пораньше уже пекло, как говорится. 33 градуса, по-моему, уже в голубятне. Жарище капитальное, бедные голуби. Так вот, значит, начнем все по порядке. Так, от белого чубатого сына была хвостова дочь, белый. Так, значит, Олег, родители такой белочубатенький, сейчас я, наверное, напомню. Да, вот это отец белочубатый, сейчас чуть-чуть, наверное, пойдет. Это отец и мать тоже белые. Мать идет по Сариковскому сыну, и вот этот зеленый крашеный хвост голубка, сестра бессмертная, это по ним будет. Значит, белый пескун, значит, от красного. Так, значит, пару голубей я тогда отдал это Хачику родителей. Значит, вот с под них голубочка будет. Сейчас найду ее. Да, вот она вот такая. С полосочками. Там по бокам. Это голубочка будет. Это уже повзрослее. Значит, потом. Чернохвостого, ну-ка, черноперый. Так, значит, белый голубь, пискун из молодых. По-моему, это тот, который буквально в вчерашнем ролике показывал. Должен такие столбы хорошие бить. Я сейчас вот крыло сейчас найду. Вот куда он спрятался. Ну, крыло красным маркером намазался, белый там. По-моему, это этот должен быть. Так, значит, родителей я не показываю. Родители одни из моих любимых голубей. То есть взрослых я не показываю. Так, значит, так, а чернохвостый, да, ну вот этот, значит, белокрыловый, чёрный, да. Вот пескунчик, вот два пескунчика я в последних роликах выпускал из пищалок. Один такой красненький, вот он, вот этот такой белоклювый, а другой такой шоколадно-ржавый. Но это из мелочевки, который я вот он такой красивый цвет у него. Это вот тоже. Но я тебя тогда, по-моему, отправлял, у тебя то ли пропал, то ли что-то вот этот чубатенький, по-моему, был. По этим же родителям. Значит, это вот этот. Значит, от Хамут Шейки. Ну, то, что у тебя этот Ахбаш есть, по этим же родителям. Вот она, мама. Хамут Шейка, отец белый. Такой вышел. Чиль-голова. Значит, есть белый такой. Вот на голове крапинки на голове. Это вот это. Значит, от шоколадного чубатой голубки, ну это голубку я показывал, у нее такой пескунчик белый с черным кантиком. Ну, папа этот разноглазый голубь, сейчас не буду я его искать, по черной линии идет. Но это голубку я частенько так иногда показываю. Значит, так, значит, от чубата шоколадного, от белого чубатый сын, бессмертный дочь. Так, вот эти родители, в общем, от белого чубатого и сына я тебя как бы отправляю, от того и от дочки. То есть сын в паре с стариковским
это, да, сына дочкой, а этот от бессмертной такая. В общем, вот он вышел такой. Вот он. Так, краснобитенький, красношея, вот она мама. Такая чернохвоста, черношея, там папа белый буреньким хвостом. Это вот от них идет. И от белого лохматого и чапа. Ну, белый лохматый, это стоит старых из моих голубей любимые. Ну, а чап это голубка, я чапа показываю. С итарёным хвостом, чернохвостый. Чап. Сейчас, по-моему, да. Не, там голубь сидит на яйцах сейчас. Вот от них вышел такой кофейный белокрылый. Но с подбелых. С подбелых. Сейчас посмотрю, где он. Тут. Где он тут? Мама, вот она с лохмочками, такая чапина, усики. Это вот мама, папа чистый белый. Он. Где он? Вот он. Одна гнездка красивая была, Андрей, я отправил в Дагестан. Так, это вот для тебя, их там 8 штук. А для Араика, Аруджан, значит, ну, ты уже знаешь, каких я буду отправлять тебя. Так, значит, от пёрых шейки, там две краснопёрые шейки. Такой, вот один, по-моему, второй. Вот он, такой беленьким хвостом идет. Значит, от стариковского сына, но... Вот смотри, их два пескуна мелочи. Вот если вот это, видишь, такой чуть-чуть у него такой, да, возле клюва волос чуть-чуть отошел. Если чуть-чуть убирать, не оставлять. Просто я обещал. Не этот, вот он. Такой, вот он, одна гнездка. Но эти мелочи, которые еще толком летать не умеют, то, что я говорил, надо будет подкормить. Вот это эти пескуны. В общем, ну, если что, того уберешь. Ты, ну, в принципе, в тебя я не сомневаюсь, что уберешь. Так, значит, от бюро хвосты, внук, пёры, щеки, дочь. Вот это желтоперый пескончик. Мелочь, которую я показывал тоже недавно. Такой. Где он? Кофе? Сейчас пойду. О, мне еще и кофе сварили. Сейчас кофе дадут. Ну такой белый желтоперенький пескунчик, потом от красного сына тоже вот этот пескунчик, который мне понравился, тоже, где он там, вот он там, вот этот красненький пескунчик в углу, значит, от одноперой голубочки такая перка идет, вот она. Вот она, значит, ну, как бы генерала брат, то есть от челя сына и от первой щеки. Ну, вот этот белый голубь, который есть, вот такой чернохвостый, ну, такой пёрый черношея. Пёрый черношея, ну, его кольца ты уже знаешь, я тебе не буду говорить. Так, значит, от челя сына, от мрамора шеи, вот этого колонна. Вот его отправлю тебе. Ну, это из твоих любимых. Так, значит, от мраморного желтого вот этого отправлю. Вот один Андрей отправил тебе это, да? Значит, от этого... От рыцаря внучок, не знаю, он долетит сегодня до дома или не долетит, но в любом случае я его выпущу. Челенок такой, маленький. Так, где-то клёнчик, где-то на полу даже должен валяться. Вот он, вот этот мелочь, челенок. И от бессмертного сына, и от белой чубатой дочери. Ну, бессмертный сын, ты помнишь, вот в прошлом году ты когда был, когда с точки до земли пошел. Такой беленький голубь, пескунчик будет. Ну, короче, одним словом, 20 штук. Я сейчас их поймаю, кофе допью и выйду в обычном. Жара кипитарная.
Так, дорогие мои, ну поймал я вот этих пищкунов. Тут некоторые пищат. Их надо будет проверить, чтобы они до дома долетели. Но я сейчас по белым хочу посмотреть, потому что в вчерашнем ролике я из белых поднимал. Не знаю, какой-то там чудил. Какой именно, не знаю. Так, Ароджан, значит, те, которые вот сбоку я красным маркером наметил, это для Олега будет. Вон там красненький намечен, их там несколько штук. Вот они. Ну, это вот твой, тот не намеченный. Посмотрим. Это вот от белого чубатого дочка и бессмертного сына. Один вот этот. Это, по-моему, в начале июня. Это июля. Июля. Не июня, а июля. Теперь еще вот этих я. Тоже посмотрим. Белого. Этот переворачивается, и тот переворачивается. В вчерашнем ролике я вчера ролик снимал. Ну, короче, а кому-то из вас повезет. Кому именно, не знаю. Он двух белых отпустил, а даже толком и не понял. Ну, и один из них получил. Может, еще и... Может, еще и не того я выпущу. А, вот еще этого я хотел проверить. Может, этот... Скорее всего, этот. Вот он вчера дикарем пошел. Скорее всего, этот и есть. Значит, Олег достанется. Ну, этих я сейчас клетку просто поставлю. Пусть сами выходят. И посмотрим, кто куда долетит. Куда-то летит. Тут несколько штук. Летать не умеют. Вот они. Такой битенький голова. Да. Ну, эти пищалки, которые выпрыгнули, еще толком летать не умеют. Кш! 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 Да, это рыцаренок, тоже челенок, тоже пищит. Вот чилька вот такой. Ну, эти пошли. Вон туда падает. Тоже туда падает. Ну, несколько штук пищат. Они еще летать не умеют. Вот от хамут шейки пескунчик пищит. Потом от шоколадного чубатого пищит. Вот рыцаренок пищит. От стариковского сына пищит. Их задача будет долететь. Долететь до моего дома. Вон халтурщик один сел, не захотел летать. Ну, как поняли, я даже и не поднял, да? Клетку открыл, а мне сами. Вот и пошли. Вот эти. Стряхивает себя те трое. Ну, как бы вот так, думаю, нормально. Подождем. Так, ну этого я поднял опять, который сел. Что-то опять не хочет летать. Опять не хочет летать. Здесь уже сколько? 36, почти 37 градусов. Это стариковского пескунчик долетел, эти вот они еще летают. Да. Видите, вон, буквально 2 минуты полетел и упал, аж задыхается. Ты кто? Да нет, это от хамут шейки, это не этот даже. Этот мелочь, который пищит. Вот он. Это видите, черненький пилот, красавец. Мозги есть.
Они здоровые, но они маленькие, дорогие мои. Пойдет из тех вот там. Один туда сел, на соседскую крышу. Это шеечка, походу. Один вот тут как сидит, так и сидит. Это рыцаренок. Ну, еще в гнезде должен сидеть. И двое вот тут ближе подлетели уже. Ближе подлетели. Вот они. Так, один из них вот от чубатого шоколадникова, от кантика. А, ну это вот от стариковского сидит. Эй, чудики. Не хотите летать? Посмотрим, надо что-нибудь. Знаете, летают, дорогие мои. Температуру я показывал, там черный кто-то уже сел. Температура. Да, вот Сережа, ты молодец. Молодец, вот рыцареныш. Вот рыцареныш мой. Чудик. Вот этот лодерничает только. Но он чуть постарше. Ну, лодерничает. Остальные молодцы. Остальные молодцы. Вон желтенький там. Я весь мокрый уже. Вот этот мраморный пескунчик. Вообще чудо. Нравится. Вот теперь сюда до сюда долетел. Этот вот смотрит туда. Этого я вчера выпускал. Уже знает, где дом. А с кантиком еще не знает. Это еще не знает, где там. А, вон двое туда сели. А, ну рыцаренок. Это пищалки. Вот эти, которые сидят, все эти пищалки. Я показываю голубятни. Ой-то. Сюда. Ну, долетишь до дома? Или нет? Долетят, дорогие мои. Вот дальше они тянутся. Ну, там один сел, и второй тоже. Эти пока мотаются. В такую погоду, дорогие мои, не каждая взрослая птица даже 10 минут может полететь. А эти мелочевки. Ты еще и сейчас на жопу сядешь. Ой, дурачок. Ародя, вот одна гнездка этого, но у тебя есть под них. Если себя не придет, уберешь. И несколько дней надо будет покормить вот этим. Вот он полетел. Красавица. Вот он. Если не сейчас и до дома дотягиваешь, вообще чудо. Тянем, чтобы лучше было видно. Да. Ну, это желтоперенький пескунчик, который мне... Бо я вчера его как раз выпускал, он что-то не захотел летать. Пошел, сел туда, потом я сказал, что сорвется. Правда, этот ролик будет через несколько дней. Будет через несколько дней, пока Вая не доедет до дома. Ну, видите, эти сорваются. Уходит опять. 2, 4, 6, 8, 10 штук. Поднимается. Ой, там мелочь. Он, по-моему, вчера тоже сюда садился, да? Вчера тоже сюда садился. Это вот он задыхается, аж бедолага. Это вот такой шоколадно-ржавенький. От черного чубатого дочки. И от этого. От белокрылого сына. Мраморненький. А нет, это не мраморненький, это вот такой белокрыленький от белого лохманового и чаба. Давайте. Красненький пескунчик тоже, который мне нравился. Вот сходу же он пошел. Вот он там. Сейчас сходу вот. Попер. Еще и рука болит. Да, ну как бы вот так. Думаю, достаточно. Миру мир голубям небо. Гоняйте. Ну, белый, мраморненький. Они что-то так посерьезнее начинались. Че, сядешь, Дорин? Сядь. Долетишь до дома? Долетит. Красавцы. Эти тоже сейчас сорвутся. Сейчас чуть посидят. Вот единственный вот такой краснобитенький такой.
Вот он что-то мне не нравится. Хотя из-под хороших родителей. От дочки бессмертной, вот эта Шечка, от белого чубатого сына. И отец, и мать хорошие. Не знаю. Ай, так, вот что-то беленький хороший. Мелочь, мелочь. Ну, как бы вот так. Думаю, достаточно миру, мир голубям. Небо, гоняйте, дорогие мои. Задыхается. Долетел, красавчик. Это один из самых маленьких. Жара конкретная. Все. Вот меньше всех он летал. Больше всех он задыхает. Знаете, молодцы же летают. Живет. Живет. Как бы вот так. Удачи всем, дорогие мои.